Сегодня мы посмотрим опять скорость воздушного потока на выходе из этого колорифера. Сейчас прогонялась остаточная мощность. Сейчас уберу. Сейчас температура на улице 24 градуса. Здесь на выходе 43. Расскажу, какой вентилятор купил на будущее сюда. Вот у меня греется трансформатор, и я его дую вот таким вентилятором. Он у меня сейчас как гироскоп в руке. И этот вентилятор я в будущем поставлю сюда вместо этого. Сейчас на этом вентиляторе мой новый Орион. Орион. Показывает на таком отверстии, потом проверим, правильно ли показывает. А, выключился. Где-то он выключился. А, о, включился. Отверстие потом замерю. Семьдесят километров. Ближе сюда, ближе сюда. 62. Здесь стабилизируется. Шестьдесят 4 км/ч. Пересчитаю на метры, на производительность по такому. Сходится ли? Диффузор так сразу не поймет. По диффузору. Что у нас здесь? Затенять.
ведущий анионометр показывал 50-60 км в час на этом отверстии. Этот уже так не балуется. Понятно.